Всем привет, дорогие друзья, с вами Cloud, и мы продолжаем играть в параллель нашей фирмы Cloud and YouTube. То есть я и вы, мы вместе на нашей крутой фирме работаем. Так, мне сказали, что у меня чувак выдохся, это, видимо, столбик его мощности. Ну или как это назвать, не знаю даже. Так, отлично, чувак, давай в отпуск вали. Да, так и есть, это отпуск. Мы в это время делаем новую игру. Обзовем ее Dendy. Играют все. Так, да. Среднюю игру. Инди-проект. Для детей. Наверное, зря для детей делаю. Ну ладно. Ого, сколько я открыл всего. Ниндзя. Аркада. Да, обзовем, знаете, как сделаем? Черепашки. Ниндзя. Низя. Изя. Черепашки изя. Еврейские черепашки. Черепашки изя. Делаем для геймлинг. На нашем крутом движке. На fucking awesome engine. Так, далее. 2D графика. Да, наша игра провалилась, но это нормально. Так, у нас черепашки не из аркада. Пускай будет мышь. Мультиплеер даже мы запихнем, в принципе. На Game Boy был мой мультиплеер, насколько я помню. На первом, даже на черно-белом был какой-то мультиплеер там. Так, история квеста надо... давайте вот так сделаем. Ага, над этой игрой буду работать только я, получается. Ну ладно, нормально. 50к тратим, ничего страшного. Геймплей, движок. Как-то так. Наш парень, наверное, на Багамах там отдыхает. Кстати, ажиотаж давайте зададим. Улучшенные диалоги, да? Какие диалоги в аркаде, блин? Интеллект, диалоги немножко, интеллект повысим, дизайн уровень максимум, редактор уровень даже сделаем, на геймбой это вообще круто будет. Что, наш проект Луиджи, на котором мы потеряли кучу денег впустую, интересно, сколько он не окупится, ну ладно, стереозвук, конечно же, дизайн мира, графически сделаем, дизайн мира, чуть хуже звук. Ну, как-то так нормально. Даже вот это можно убрать, в принципе. Хотя, не, уберем. Нет, ладно, поставим. Нормально. Ну, как там закончится? Отлично. Доход. Ну, в минус, да? В минус на 400 тысяч. Первая игра, которая ушла в минус. С оценками 1. Жуть. Ну что, чувак там из отпуска придет, нет? Наконец-то. Помогать будешь? Отлично. У нас популярный жанр аркада, поэтому я на это надеюсь. Ну давайте посмотрим. Так, базовая физика. Ой, блин, что? Ну, у меня исследования нет ничего интересного. Давайте, знаете, что сделаем. Так. Исследование, новую тематику. Музыка. Черепашки ниндзя, ну я знаю, там плохие кинцинки будут. Хотя нет, должно быть нормально. Не, а, ну блин, все, да, 4. Барашки. Барашки работают в Star Games. Ладно, не все так плохо. Может даже продаться в плюс. Должна в плюс продаться, с таким оценками точно в плюс. Так, исследование, исследование, новая тематика. Давай-ка нам... Хакинг. Танцы. Черепашки ниндзя, давай! Наверное, неправильно платформу выбрал. Так. Да не, мне маленький стенд хватит. Ничего мне там рекламировать. Отлично. Создаем новую игру. Инди-проект для всех. Жанр аркада по тематике. Космос. Создадим игру.
знаменитую Invaders. Если застали такую игру, я думаю, маловероятно, то эта игра еще была на приставках, наверное, каких-нибудь. Да, она самая первая игра вообще была, наверное. Ладно. Давайте тогда на чем создадим? На Тессе. На нашем крутом движке. Погнали. 3D-графика. Будет улучшенная версия, так сказать. Так, это аркада, поэтому мне это нафиг не нужно. Сохранение тоже в аркаде не нужно. Мышка, да-да-да-да. Мультиплеер, пускай, тоже не нужен, в принципе. Геймплей там, крутой движок. История квеста в ноль. Надеюсь, я не лохану сейчас. Очередной раз. Так, диалоги в ноль. Редактор уровней будет лучше на АИ. Да. Не даже вот АИ сделаем, вот так сделаем. Давай, детка, давай, давай. Детка. Так. А почему я могу справа выбирать какого? Что-то изменилось, что-то я туплю. Где-то наверняка очередной раз. Кстати, кто знает, как вообще конец у игры? Какая цель в игре? На работе 100 миллионов или на чем? Или там отжить 40 лет и коньки добросить? Сколько там живут люди в таких фильмах? Invaders, давай, ну, блин, нарка... Блин, что-то я совсем стал херовой делать игры. Все делаю РПГ, ну нафиг. Не получается мне на аркаде, или платформы не те выбираю. Что-то не то, или не те ползунки двигаю. Капец просто. Еще один провальный проект. Обожаю. Средняя игра. Давайте делаем среднюю игру. Обзовем ее. Во-первых, надо быть тематику. Давайте тематику сначала. Так, для всех тематика. Что у нас еще новенького появилось-то? Ну, давайте какой-нибудь, я не знаю. Постапокалиптика. Сделаем игру метро. Ай. Метро. Москва. Эдишн. Эдишн. Метро Москва Эдишн. Средняя игра будет для всех. Постапокалиптика. Жанр. Приключения. Платформа PC. Движок Супер Пупер. 275 тысяч. Нормально. Сегодня была выпущена новая игра, платформа Dreamcast от Вена. По-моему, только на PC окупается. Так. Да. Мультиплеера не будет. А за эти персонажи кучу денег вкинем. Так, движок, геймплей. Клауда на геймплей посадим, Кортеса на движок и Клауда на квесты. Так. Все нормально. Движок, геймплей, история. Черепашки Изя. Снят с продажи, была продана, заработана доход. Она минусовая или не минусовая, интересно. Эй, где черепашки Изя? А, вот они. 67 тысяч, ну не минусовая хотя бы, не то что Луиджи. Зато Invaders, Invaders только начал продаваться. Пока еще убытки, все нормально. Но там будут убытки, скорее всего. Так, маркетинг, журналы. Ну что, панели пропал, делаем среднюю игру крутую. Через 2 месяца Вена Азис будет снят с производства, нам нафиг не нужна. Что компьютер никогда не сниму с производства. Так, диалоги. Улучшенные АИ. АИ сюда. Дизайн уровня, диалоги. Повыше. Как-то так. Клауда посадим на дизайн уровень. Кортеза на интеллект. И Кортеза на диалоги. Так, вроде все класс. Да? Ну да.
Ну давай, постапокалиптические приключения должны быть. Привет, босс. Мой друг очень заинтересован в организации, которая нацелена на привлечение женщин в разработке и технологии. Они ищут спонсоров, и я думал, что мы сможем помочь. Это будет прекрасно, возможно, дать назовите себе. Конечно, давай. Че, мне 2 ляма, да, пока можно покидаться деньгами. Посорить деньгами, да? Похоже, рынок снова нормализовался. Отлично. Так, ладно. Берем это, берем это, берем это. Дизайн мира, графически подвинемся немножко и звук. Вот так. Клауда на дизайн мира. Сюда, сюда. Почему они красные уже? Ужас. А средние игры, то есть, я так понимаю, это нужно... На средних играх разрабатываются то есть, большие проекты, где нужно большое количество людей, чтобы работало, я так понимаю. Ну, было бы логично. Инвентарь справа провальный, да? Да. Надо делать но только на PC. На PC ничего провального не бывает. Пока мне до этого ничего не было. Метро Moscow Edition, давай. Я в тебя верю. Блин, еще зарплату захотел, скотина. Ну давай, если метро не выстрелит, то нам хана. Она опять не выстрелит. Да вы издеваетесь, что ли? Что случилось со мной? Как метро может не выстрелить? Что я делаю не так? Что, Краш, ты меня специально троллишь? У меня есть информация о том, что Cloud Initiative недавно профинансировал движение больше женщин в технических сферах. Cloud, генеральный директор Cloud Initiative, заявил, мы хотели бы видеть больше женщин в игровой индустрии. Что-то мне это не помогло. Да. Исследование. Так, во что можно вкинуть бабосы? Саундтрек давайте вкинем. Так, тебе тематику супергероя. Ну что, мы Moscow Edition провальный опять проект. Капец, теперь на PC провальный проект. Тебе даже ранг не показывает. Вообще вне ранга, что ли? Фух. Блин, что придумать-то? Нафиг. Вот это может только если... Нормально. Капец, ну... Графика... Версия 4. Объемный звук. Dolby Surround. Офигеть. Они будут херовые, спорим. Ну это не такие уже. Нет, все уже. Единичка, двойка, тройка. Господи, да что я делал не так? Что случилось? Ой, блин. Давайте дальше играть, создавать. Будем бесконечную игру создавать. Так, стратегия. Хочу стратегию. Стратегию военную. World of Tanks. Ай, танкс. Если танки не выстрелят, я уже не знаю, что делать. Инди-проект сделаем. Для всех. Платформа PC. Может, движок какой-то галим? Давайте на Super Engine сделаем что-нибудь. Через 2 месяца Master 5 будет снят с производства. Ну и флаг ей в руки. И транспарант на шею.
Геймплей, движок, стратегия, квесты минимум. Нафиг квесты. Мультиплеер. На мышке будет играть только. Катсцены, наверное, нафиг. В общем, чуть-чуть поднимем. Вот так сделаем. Блин, я все в минус и минус ухожу. Хотя Moscow Edition, возможно, метро, возможно, и оправдалась я. Нет, метро в минус ушла. Так, в ноль. Дизайн уровня, интеллект. Интеллект. Такой вот редактор уровня, улучшенная еда. Монозвук нет. Вот это можно сделать. Звук нафиг в игре. Графика крутая, дизайн мира. Вот такой вот. Что-то дело не то. Надо посмотреть, что я могу. Замучу ему что-то. Список сотрудников. Сегодня Вони анонсировал преемницу своей популярной консоли PlayStation, PlayStation 2, он же PlayStation 2. Будет начинаться более мощной начинкой, чтобы потягаться современные консоли, такими как Dreamcast. Ну, PlayStation 2, по-моему, Dreamcast просто уделывает. Еще от Dreamcast. PlayStation 2 не фокусируется на онлайн-играх. Вместо этого внимание было уделено сильным сторонам предыдущей PlayStation. Начиная был улучшен геймпад, добавлена вибрация, улучшена графическая составляющая, поддержка DVD-дисков и игр от PlaySystem. Мастер 5 больше не поддержится. Давайте технологии до 40 доведем хотя бы. Ну давай, ребят. Да, стенд. Сначала релиза Dreamcast от Вена была самой продаваемой консолью в истории, но в преддверии выхода PlayStation 2 ее продажи сильно упали. Если PlayStation 2 продолжит свою маркетинговую политику, у Вена будет большие проблемы. Что, в принципе, случилось. Новый рекорд. Ну давай, я должна не провалиться вот эта игра точно. Круто. Так, ну, прибыли мало, но не провалилось, по крайней мере. Но это все равно очень мало, я не зарабатываю ничего. Это меня так бесит. Все, у меня, короче, черная полоса, я делаю неудачные игры какие-то. Я не знаю, что делать. Что я делал не так, непонятно. Пока что мне лично. Давайте работу по контракту найдем что-нибудь. Хотя, блин, какой нафиг контракт? Я больше заработаю на играх. Что у нас есть интересного? Нет лицензии. Здесь могу сделать, да? Ну, не, ну я делал очень плохо, так что не получится ничего. Где платим? В Land. Короче, исследуем тогда. Программное обеспечение PC безжалостное. Сегодня Microsoft объявила о выходе на рынок своей новой консоли под названием M-Box. Это же первый Xbox вышел. Первая демонстрация была впечатляющей, но нам придется подождать, посмотреть, как она покажет себя против популярного Dreamcast, а также против недавно анонсированной долгожданной PlayStation 2. Говорят, новая консоль дебютирует. Давайте наймем сотрудников еще. Вы можете нанять до 4 сотрудников в этом офисе, не пытайтесь нанять сразу всех, так как это вам дорого обойдет. Слишком много со стереозвуком. Блин, дорого обходится, не могу сейчас позволить себе это. Босс, кажется, что довольно много игроков используют пиратские копии World of Tanks со скотиной.
Мне удалось выявить некоторых из них. Мы можем передавить их иск в суд, чтобы защитить наши авторские права или отправить им подтверждение с просьбой к ощущению. Предупредить их мы не будем. Не перевели, да? Ладно, ладно, ладно. Фанатов стало меньше. Зашибись. О, господи. Так это провальная серия. Одни провалы. Что делать, я не знаю. У меня уже все, ничего нету. У меня мозг надо все полностью. Хоррор какой-нибудь сделаем. Инди-хоррор. Назовем его. Что там такого? На русском. Карлсон. И Слендер. Снова в деле. Так. От 18. Нет, у нас не будет для всех. Хотя до 18 это же хоррор. Приключения. На PC. На крутом движке нашем. С крутой 3D графикой. Запуск PlayStation 2 имел феноменальный успех. Магазины и заводы не успевают поставлять новые копии. Фанаты перебегают к покупке консоли на интернет-аукционах по цене в 5 раз выше обычной. Мне на это Вони удалось иметь самый успешный запуск в истории. Продажи Venus с Dreamcast резко упали. Так, мы делаем хоррор-приключения, поэтому... Линейный сюжет пускай будет какой-нибудь там в хорроре. Сохранение. Теплеру берем. Движок сильно не нужен крутой. Геймплей. Ну, как-то так. Вот так. Microsoft объявила о задержке своей новой консоли M-Box. Ожидаемая дата релиза в начале следующего года. Ходят слухи, что невероятный успех PlayStation 2 побудила Microsoft задержать выход на своей консоли. Так, диалоги поставим немножко. Пасхальный уровень сделаем. Интеллект там сильно не нужен, приключения хоррор. Дизайн уровень. Вот так даже немножко. Улучшенное уберем. Это уберем. Вот так. Даже вот так. И даже это поставим. Блин, что делать? Даже не знаю, как деньги зарабатывать. В хоррор звук важен, мне кажется. Фишки там не столько сильно. Сколько дизайн мира. Ну, все среднее поставим. Это нет. Богатую предысторию. Вот так. Cloud и YouTube недавно послала предупреждение нескольким игрокам, которые использовали незаконные копии игры World of Tanks. Пиратство становится все больше проблемой в индустрии. Некоторые компании инвестируют много денег в усилий на борьбу с пиратством. В то время как другие утверждают, что лучше принять более расслабленный подход и инвестировать в лучшие игры вместо этого. Мы получили 26 фанатов. Стоп, маркетинг. Давайте журналы. Или демоверсию пусть. Давайте демоверсию. Окупилось хоть? Блин, еле-еле окупается. Господи. Плохо? Ну, Карлсон и Слендер, да, может быть, крутейшая игра. Не может быть, были плохие оценки. Не верим. Босс, мы должны вкладывать деньги в новое офисное оборудование. Самый пуперский движок. Пуперский. С самой крутой 3D-графикой. Короче, сейчас будет... Пан или пропал, либо оператор на PC, назовем его SimCity 2013, 14 даже, что там уже, 15 там, какая уже разница. SimCity 2015, средняя игра,
на самом крутом движке за кучу бабосов. Ну что, панель пропал. Нафиг сюжет. Нафиг геймпад. Блин, это движок. Стратегия. Немножко так поднимем. Геймплей, движок. Клауд, давай сюда. Клауд, давай сюда. Ты давай сюда. Все. Давайте вкинем еще денег в журнал. Никаких диалогов. Все-таки стратегия, симулятор. Дизайн уровень. Не интеллект немножко. Вот так как-то сделаем. Клауду сюда. Это Кортеза на мелкие работы. Сейчас мы банку это места не такое чувство. Сегодня была выпущена новая игровая платформа M-Box от Microsoft. Поздравляю. Мастере звук денег не хватает. Открытый мир только максимум поставим. Графика. Звук. Дизайн мира. Так, давай сюда. Клауд сюда. Кортес сюда. Ну что ты кажешь, мы сейчас провалимся и конец игры будет. Давай-давай-давай, баги, справляй, у нас денег нету. Все. Ну что, момент истины. Ребят, либо проигрываем сейчас, либо выигрываем. Да нет мне денег на ваше исследование. Ну что, момент истины. Как, на что ставить? Я ставлю на оценке 3, 2, 3, 3, 3. Все, это фейл. Все, это геймовер. Я только еще последняя серия, походу. Невидимо, в гараже все-таки было лучше. Надо было в гараже оставаться и делать мини-игры. Нет денег на стенд. Отвали. Не бы выжить. Денежки капайте. Так, стоп. Давайте на работу пойдем по контракту. Чувак, можете уволить. Иди отсюда. У меня денег нету. Капец, может игра заглючила, потому что ранка почему-то нет игры. Штрафом еще долбанули, вы издеваетесь что ли? Все, инди-проект. Last game ever. Блин, ever, блин. Самая последняя игра для всех. Тематика какую-нибудь сделаем. Не знаю, тупую какую-нибудь тематику возьмем. Танцы. Жанр. Аркады что-то не катят. Танцы, симулятор танцев. На PC денег нету, игровой движок, самый дешевый возьмем. Не знаю, Unreal Engine. Хватит. Инди. Все. На больше у нас просто нет денег. Я выжил. Хисохани в танцах. Джойстики, геймпады, да. Геймплей, движок, история в ноль. Я выживу. Где мои миллионные продажи? Диалоги в ноль, дизайн уровень, интеллект. Интеллект тоже в ноль, дизайн уровень.
Похоже, рынок снова нормализовался, понятно. Ну, звук должен быть хороший. Все-таки танцы. Дизайн мира там минимум. Графики там тоже не минимум. Главное звук. Главное больше звука. Блин, неужели у нас прибыль ушла? А, в минус! Сейчас баги отловим будем. Мы выживем, мы выживем. Обнаруженных багов, которые мы выпустили. Как не обнаруженных багов, блин, которые... Скотины! Некоторые из наших клиентов зря потеряли время, требуют, чтобы мы выпустили патч к игре. Можете выделить время и деньги, чтобы использовать все баги, и это может поназерваться в разбе... Да, пошли не жоп, мне денег нету. Ну что, последняя игра? Сейчас проверим, сколько мы. Не, я просто, видимо, все уже не умею делать игры, все. Не знаю почему. Вообще не понимаю почему. Капец, блин. Конечно, скучные режим танцев. Но однако денег не принесет, да? Да, деньги приносит. Так, блин. Как заработать кучу денег? Ну как? Гонки только если. Гонки симуляторные. Для всех, для детей даже. Не, для всех. У детей денег нету. Casual, блин. Engine. Самая лучшая гонка в 2D графике. Текста снова нет, это жестко уже. Правильно, на геймпаде будет только играть, хрен он. Геймплей движок на максимуме. Я выжу. Я должен это сделать. Интеллект тоже побольше. Даже интеллекта вообще больше. Даже гонки все-таки. Недавние просьбы о патче SimCity, кажется, остались без ответа. Многие фанаты выразили свое... Пошла ты нафиг, фанаты. Неожиданное заявление от Вина. Сегодня подтвердят прекращение поддержки DreamWAS. Президент Вена заявил, что в то время, как многие компании все еще будут пускать игры для платформы, наша компания больше не будет производить для нее новые проекты в будущем. Фанаты Вена разочарованы, поскольку их любимые игровые консоли скорбят пиздец. Господи, наша компания скатывается в какой-то дрободан, мне кажется. А, звук нужна. Дизайн мира тоже неплохо бы. Графически круто сделал бы вот так. Ну что, очередной фейл мы выкатим сейчас. Или стрельнет игра. Так, Last Game, по-моему, в плюсе пришла, да? Да. О, неплохо в плюсе. Но... Да нет денег мне на ваши 30 копеечки 3D, блин. Давай свои отзывы о самой лучшей гонке на свете. Это же самая лучшая гонка. Как могут быть тройки вообще? Какой-то я троечник стал. Капец. Приплыли. Ладно, давайте на этом мы закончим играть эту серию. Вы не можете подскажите, что я делал не так, потому что мне это уже бесит реально. Я не знаю, чего же делать не так, потому что, ну, ничего же. Проектов, наверное, сегодня 8 сделали.
Ни один не стрельнул. Почему? Что моя ошибка? Ну, денег на новые дырки, как видите, вообще нету. Еле-еле вон. Уже даже сотрудников уволить, потому что бабосов вообще не хватает. Через 2 месяца будет снят первый PlayStation. Понятно. Так что не знаю. С вами был Клауд. Надеюсь, вы все еще со мной. Пока-пока-пока.